Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. И хочу вам похвалиться, что у меня уже заработано в благотворительном марафоне $6219. Совсем недавно я записывала видео, что у меня заработано $6000. Прошло совсем немного времени, и еще $200 это в марафоне, не считая эстафеты. Эстафета вообще у нас работает с 2011 года, там уже очень-очень много денег. Покажу вам свой Pair кошелек, и сегодня я прямо при вас на видео покажу, как я буду выводить на карту эти деньги. Смотрите, каждый день присоединяются к проекту люди, вот заработанных $2, $1, 10, 5, 15. Открываю вторую страницу. Вот это все люди, у кого активирован кабинет. Но по каким-то причинам они не оказали финансовую помощь, а только активировали кабинет. Вот Миша Козлов и так далее. Вот моя почта Rambler. Каждый день мне приходят переводы от людей со всего мира. Вот смотрите, доллар 98, 4, 95 и так далее. Вот мой Pair кошелек. Вот смотрите, сегодня у нас 5 декабря. Вот мои переводы. Каждый день 4 декабря. Вот я выводила денежку. 4 декабря. Третье декабря. И так каждый день. Вот это все я выводила деньги на карту. Сегодня я буду выводить сумму примерно около 6000 рублей. Открываем обменники BestChange. Мониторинг обменников. С левой стороны выбираем Pair USD. С правой стороны выбираем, выведу я на карточку Тинькофф. Выбираем на Тинькофф. Можно абсолютно любую карту. Хотите ВТБ, Приват24, Сбербанк. Сейчас я в данное время буду выводить на карту Тинькофф. Здесь смотрим, от какой суммы выводят. Ну, давайте. Чем выше обменник, тем выше у них курс. Вот видите, 63, дальше идет ниже 62. Это все обменники проверены, раз уж они здесь. Здесь мы выбираем Pair USD. Здесь мы выбираем карточку, которая нам нужна. Вот у меня уже выбрана Тинькофф. Минималка 50, значит... Так, напишу я здесь 80. Будет у меня 5058 рублей. Здесь мы пишем номер кошелька Pair. Здесь мы пишем свой email ящик или Telegram, номер карты и начать обмен. Нас перекидывает на оплату. Выбираем вот здесь USD $80 и подтверждаем. Заявка создана успешно. И мы будем ждать. Вот здесь написано, в случае непоступления от вас денежных средств по заявке на наши счета по истечении 20 минут, также при отсутствии минимального подтверждения о начале поступления криптовалюты, заявка будет удалена. И будем ждать, когда поступит денежка. Обычно это занимает не более 15 минут. Далее я укажу скриншот, что... Заявка обработана и деньги пришли на Тинькофф, потому что у меня все на смартфоне, чтобы не заходить в кабинет. Дальше в двух словах расскажу, как работает проект Hallward. В проекте две программы. Это благотворительный марафон и благотворительная эстафета. В эстафете вы оказываете финансовую помощь $100 один раз в год. Как это работает, вы можете почитать маркетинг на главной сайте. И в марафоне бинарный маркетинг. Там можно купить неограниченное количество мест. Одно место, два, три и так далее. У меня куплено 3 места, и я получаю в разы больше. Деньги в проекте не хранятся, они распределяются между участниками. А проект продвигает дополнительные услуги, такие как бизнес-автомат, например, не для новичков. Для новичков сейчас уже идет это в подарок. Для тех, кто уже в проекте.
бизнес-автомат стоит $50, бывают скидки $20, либо $10. И люди к вам будут регистрироваться без ваших личных приглашений. Приглашаю и вас в нашу структуру. Я в проекте нахожусь с 2013 года. Кто бы что ни говорил, что проект лохотрон или здесь не платят деньги, приглашаете — получаете. Не приглашаете — переливов придется в марафоне ждать долго. В эстафете переливов нет. До скорых встреч. Зарабатывайте вместе с нами.